Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Это сегодня вместо традиционной рубрики, которая называлась «Один дубль», небольшая распаковка. Кто ко мне приехал, а? А ко мне приехал, друзья мои, Костик Константин II. Поскольку будет новая передача, а новая передача будет называться «Три вопроса», и она будет идти в записи, то, соответственно, нужно вернуться к истокам, как почти 10 лет назад. Ну, 9. Скоро будет 10 лет, 10-й год пойдет. Так, вооружаемся ножичком и распаковываем Костика II, Константина II. Все будет идти в записи одним дублем. Ну, то есть, как прямой эфир, только в записи. Так. Я вот тщательно упаковываю. Это нам не надо. Это что у нас? Так. Как они все? Сидит же человек вот. На совесть пакует. Молодец. Это тут уголочки тоже. Запаковал. Скотча не пожалели. Все, ножик можно убирать обратно в нагрудный карманчик. Очень, кстати, удобная вещица. Прям вот незаменимая в нагрудном кармане. Всегда у меня есть. Так. Яйцо в утке, утка в зайце. Так, ладно, здесь можно без ножа, здесь можно так оторвать. Так, где же Кощеева смерть? Так. Для чего все это я делаю? А для того, чтобы напомнить вам, дорогие мои, что надо присылать вопросы по адресу 3.вопроса.митрополиту@gmail.com. Итак, что же у нас получилось? Та-да-да-дам. Константин. По-моему, он прекрасен. Ну так вот, где-то здесь будет, да? Где-то здесь он будет висеть. Так, ну для того, чтобы он пошел, надо батарейку. Батарейка в комплекте никогда не идет. Ну что ж, батареечку вставляем. Соблюдаем полярность. Так, сюда плюс, сюда минус. Почему не лезет? Впихнем. Как говорила героиня Шурочки из служебного романа. Разрешите нам спрятать эту лошадь за сцену в шкаф. А влезет? Пихнем. Часы бесшумные, было написано в рекламе. Но внутри что-то шумит. Ну, в общем, выставляем время. У меня сейчас 15:43. Еще ведь главное, чтобы они ходили. 15. Проверяем точность хода. Итак, пишите, пока мы это дело проверяем, пишите свои вопросы по адресу, как я уже сказал, 3.вопроса.митрополиту@gmail.com. На самые интересные вопросы я дам ответы. По 3 вопроса в каждой передаче будем освещать самых интересных. И, кстати, уже есть прям интересные вопросы, но ваши могут стать следующими. Потому что интересных вопросов как минимум 2 уже на следующую передачу, которая состоится 4 декабря, через 2 недели. Ну и у вас есть шанс свой вопрос туда, так сказать, поместить. А если интересных вопросов будет больше 3, то будет очередь, как я уже и обещал. Итак, 15:44. Да, я ровно минуту примерно говорил.
Ну, вроде бы часы идут. Идут правильно. Но так или иначе, Константин II есть. Все остальное у нас тоже есть. Поэтому ждем начала. И я жду ваших вопросов. Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Увидимся с вами. Пока-пока.